Давайте. ТСБ фит ОПТ. Drill Ru 4. Хэштег Russian Drill. Давайте посмотрим. The music video is purely a material of entertainment and fiction. Names, characters, places and incidents either are products of the author's imagination or are used fiction, fictitiously. Any resemblance to actual events or locals or persons living or dead is entirely coincidental. Fuck politics. Круто, круто, круто. Нихуя, блядь, я мне почему-то показал, что это член, если честно. Я аж напрягся. Ну смотрите, реально вот. Типа. Ну я так отношусь к дриллу, чуваки, знаете, я не фанат. Я не фанат дрилла, я вам прямо скажу. Давайте посмотрим. Нихуя сальтуха. Ебать, там буквы Z мощные. Пиздец, я аж охуел, думаю, нихуя. Сильно. Не знаю, блин, я прям не люблю вот эту подачу а-ля Pop Smoke, типа, ну не тот же, не даже не а-ля Pop Smoke, а в целом вот эту такую излишне жесткую. ХЗ, я прям даже слов не могу нормально разобрать, чтобы под это раскачаться. Называй меня Фьюза инженер. Блять, ну, чуваки, при всем уважении, но медицинские перчатки прям не круто выглядят. Прям, ну, можно было надеть просто перчатки. Хуёво, что они, когда делают пролеты на коптере, захватывают свет. Вот это прям неприкольно. Опять же, блядь, вот понимаете, но это маленькие штуки, которые на посте можно было бы просто вырезать. Вот эти, типа, источники света на постпродакшене можно было бы вырезать, и они бы это бы хуже не выглядело, но было бы гораздо более профессионально. Как будто да, пацаны только что похавали в бургерной и теперь чисто кайфуют на съемочках. Ну, есть свой прикол в этом, но это точно, ну, типа, вот пока из того, что я слышу, это точно не для меня. Точно не то, что я стал бы слушать. Импортеран, иллегал, запахи черный афган, иллегал. Работа черная, как нелегал, автобан, евросом став, иллегал. Маски, лицо, федерал, с ботаном забирайся. Вот этот чел второй поприкольнее, мне кажется. Криминал, масляный доп, маргинал, зиди всегда, как дрил, каннибал. Стримов, покурабан, лутай свое, идя по головам. Это поприкольнее, это поприкольнее. Двоих сдуло к хуям. Двоих сдуло к хуям. Честно говоря, наиболее вот прикольный из песни был второй куплет чувака. Что припев, что первый тип как-то, мне кажется, послабее. Ну, есть этот европейский вайб, да, как бы тут какие-то жесткие эти травы, пушки, девушки, маски, стволы. Как бы все на месте.
машинки. Но я не фанат, я европейского этого, честно говоря, не такой. Ну, вот Штрассенбанда, да, они как-то поприкольнее. Там Джизус, вот эти вот все чуваки. И как-то поприкольнее, потому что на них прям смотришь и думаешь, ну они совсем типа с ума сошли. Просто типа. Я понимаю, что чуваки хотят показать, как бы, и на что они ориентируются, к чему стремятся, но это не работает прям так, как они хотят, к сожалению, типа. Потому что было бы круче, если уж вы такой, типа, русский дрил, да, как бы, то было бы круто показать больше каких-то национальных особенностей, а то, ну, просто панельки. Ну, панельки эти, они во всей Восточной Европе есть, я ездил, они там в Белграде точно такие же, и в Словении там точно такие же, и в Эстонии даже их дохуя. Понимаете, вот, ну, есть вот, я показывал уже на стриме, но есть вот эта вот штука к вопросу национальных каких-то приколов, вот таких вот бандитских. Очень схоже по вайбу, но гораздо круче репрезентует то, откуда чуваки родом, собственно, исполнители. Вот я считаю, это вообще для меня это идеал прям вот такого национального музла. Для меня это вот эта вот песня и вот этот клип. Прям я так, ну, это супер сытно вообще. Такой респект. Именно, видите, симметрия, постановка кадра правильная, монтаж, зернистость, да. Блин, переходики классные, фаза правильная, да, у клипа. Вообще так охуенно. Причем, видите, тут чуваки не какие-то прям, ну, то есть, менее нарочито бандиты, но при этом смотрится это гораздо жестче. Хотя вот кадр с сумкой это такой же. Это базар во мне рыночный, наиграй мне нотари в натуре. Не базар, на базаре ты сливочный, твое мнение ошибочно, парень. Личное дело, это черное дело. Бабки из-под коробки, ксерокса, выход собрать из Кавказа. Бабки в багажнике Мерседеса, выход собрать мои с СНГ. Наши люди найдутся везде, хоть пальцем ты тыкни на карте. Хабиб, я роняю борьбе. Там, где торговля, там Азербайджан. Клип вообще нереальный, мне так нравится. Вот это прям, это так стильно, просто ёбнуться можно. Я асфальт, а не там с Херевана. Легализовано, значит, грузина. С чёрными братцами здесь черно. Чёрная точка, чаще вино. И не только меня прилавков, йо. Чёрных эмигрантов полно. И не только меня прилавков, йо. Чёрная точка, чаще вино. Ещё, ещё, ещё. Перед моим носом, и хули ты смотришь такой сачок. Чувак с этим, это ситар? Нет, не ситар. Как эта штука называется? Мы все на одно лицо. Займи, что я не провокатор, но есть один способ, как осадить твой пыл. Ты в воздухе, как эта пыль. Я молод и голод, могу тебя остепенить, дебил. Интересно, сука! Если исчезли бы черная свинка, что бы ты делал, снежинка? В твоем бизнесе была бы интрига. По-любому, сука, была бы интрига. Я не расист и не националист. Похуй, что какого цвета ты кожа. Главное правильно мыслить. Есть же мысли, ты или крещенный. Там, где торговля, там азиат. О, вес на месте. Азербайджана. Там, где асфальт, а не там с Еревана. Легализовано, значит, грузина. Черными братцами здесь черно. Черная точка, чаще вино. И не только меня прилавков, йо. Черных эмигрантов полно. И не только меня прилавков, йо. Черная точка, чаще вино. Еще, еще, еще. Короче, мне кажется, что вот это реально покруче. Типа в плане вот такого национального дрила, да, как бы угрожающего бандитского. Мне вот такое, блин, гораздо поинтереснее. Типа прям поинтереснее.